твоя помощь, чтобы и далее пребывать на море. Надеюсь, ты это знаешь. Мне помогали. Все равно я сам лечу.
Ого, спасибо. То есть ты выглядишь лучше, чем когда умирала? И снова с ним, Влад. Я рад видеть, что тебе лучше. Я такая дура, что пошла одна. Сейчас это уже не важно. Ты очень смелая. Благодаря тебе все люди считают в Америке, знают, что Майк Питерсон жив. Я его волшебный ноги. Я ее по-другому называл, но так. Агент Гарольд уже ищет меня. Думаю, это он часть проекта под названием «Дэнбок». Это было страшно. Ты его видел. Он даже взгляд от меня не бросил. Они с ним что-то сделали, и ему нужна помощь. Я ему уже не помочь. Он был там с тобой искренне. Мог тебя защитить, а вместо этого дал тебя ранить. Никогда я не прощу. Значит, мне надо учиться защищаться. Так что, когда Симон с меня выпустит, начнем тренировки. Хорошо, потихоньку. Нет. Я хочу упорных тренировок. Не буду снова зависеть от какого-нибудь волшебного лекарства. Она начала спрашивать, зачем столько анализов. Неудивительно. Сколько ты берешь за день? Недостаточно. Недостаточно, чтобы что-то найти в ее крови или крови Колсона. А в ампуле не осталось ничего, что можно изучить. Мы ведь все вкололи с крови. Жаль, что вы нашли всего одну. Что ж, прости, что я задержался там и не взлетел на воздух. Просто последний образец этого чудо-лекарства Алекса. И совсем никаких следов? Нет. Она поправляется дикими темпами, но на клеточном уровне нет ничего необычного. Так я объяснил Голсову, что надо послать образцы в штаб. Он меня перебил и велел никому не докладывать. Этот препарат стал бы феноменальным порывом, мог бы спасти сотни жизней. Почему так получилось? Ты был с ним в том лунке. Ты видел что-нибудь необычное? Thank you.
идет распознавание лица? Да, есть. Я не знаю имени, но она была вне Мексика. Сражалась вместе с Тором. Она на нашей стороне. Опустить оружие, это союзник. Вы из Щита? Да. Я авианесив из Асгарда. Ваш мир в смертельной опасности.
себя в последнее время. Будь спокоен, Феликс, Сыпала. Никто из них не ступал на землю. И не прилетали сюда в последнее время. Будь спокоен, Феликс, Сыпала. Никто из них не ступал на землю. Ты знаешь, чем все закончится, Лорелея? Сдавайся по добру. Ты путаешь меня с кем?
прекращению всех их желаний. Значит, когда найдем их, снимем эту магию и вернем года, так? Да, когда лейлеи в ошейнике колдовство не работает, но в том проблема. Пустыни и ошейники выкинут пули. Сможешь учить? Ну, по составу и весу напоминает посох Берсерка. Но тут целый набор неизвестных факторов. У тебя пара часов. Две минуты с половиной.
Надеюсь, вам понравится. Всего лишь 12 мегапикселей. И телефон Samsung Galaxy S7 Edge. В UHD качество. 300 с чем-то. Точнее, 3000 с чем-то на хрен знает сколько в дроби.